Международный форум проходит в онлайн-формате. На связи представители региональных властей, ученые и руководители крупнейших предприятий. На повестке обсуждение инвестиционной привлекательности региона. Самарская область за последние несколько лет демонстрирует уверенную динамику роста и улучшила свои показатели в национальном рейтинге, поднявшись с 24 на 22 место. Но пандемия сказалась на многих отраслях экономики. Ученые Самарского исследовательского института провели мониторинг и пришли к выводу – больше всего пострадала аэрокосмическая отрасль, меньше всего медицина и машиностроительный кластер. Автомобиль-строительный кластер демонстрирует уверенное развитие. Причем там наблюдается наибольший рост долгосрочных инвестиций. Нефтехимический кластер, он вносит наибольшую долю, конечно, в общий объем инвестиций Самарской области. Но опять же, хоть эта доля и большая, но она постепенно убывает. Не могут текущие тренды не оказывать влияния такого негативного на состояние инвестиций здесь и сейчас. Но мы очень рассчитываем на то, что предприятия там, с преодолением вот всех сложностей текущего момента вернутся к своим первоначальным активным планам, инвестированию, развитию своих собственных производств, предприятий. И это создаст основу для дальнейшего экономического роста. Для инвесторов в регионе создана необходимая инфраструктура, действуют государственные индустриальные парки, резидентами которых являются 15 компаний, вложивших более 8 миллиардов рублей инвестиций и создавших более 4000 рабочих мест. Разработать новые инновационные проекты и подходы могут помочь университеты, которые становятся драйверами социально-экономического развития региона. То есть университет не только готовит кадры и выдает какие-то научные результаты, но также влияет и на развитие самой территории, самого города, где он находится. И, безусловно, привлекает к своей деятельности также и жителей города. И всевозможные проекты генерируются новые. На форуме озвучены только первые результаты масштабного исследования. Ученые продолжат свою работу и в завершении предложат конкретные меры по улучшению инвестиционного климата региона. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.